Здравствуйте, уважаемый Сальмород. Я очень долго ищу себя в жизни и никак не найду. Вау. И могу вам уверенно сказать, и дальше не найдете. Не надо себя искать, надо себя создавать. Себя искать не стоит, себе надо создавать. Это самая важная формула. Много людей в этом мире пытаются себя искать. Искать себя не стоит, вас уже давал. Аллах уже вам давал, вот Бог уже вам давал все то, что вам надо. Не надо себя искать, надо себя создавать. Занимался и сетевым маркетингом, все время думаю, как мне подняться на ноги, но все время как будто мне глаза застилает туман, и я никак не могу даже определиться, чем бы я смог заниматься в этой жизни. За что не возьмусь, наращивается ворох проблем, и неурядиц тянется меня назад и вниз. Мне бы хватило даже 2000 долларов в месяц, но то ли мне образования не хватает, то ли видения возможностей. Всю свою жизнь работал на кого-то рабочим. Такое впечатление, что жизнь проходит, а ту единственную ниточку возможности никак не нащупаю. Выйдя на пенсию, пошел в такси. Проработал 3 года и почти знаю этот бизнес изнутри. Я свободно работал бы в такси, но на своей машине. В парке я зарабатываю деньги парку и заправке. Тогда хотя бы одну машину приобретайте и работайте. Такси же, можно же это делать. Почему? Потому что такси обычно машина дается с последующим выкупом. Так? Такси же дает вам последующий выкуп этой машины, становится вашей. Значит, начните так работать, накопите чуть-чуть деньги. Когда машина станет ваш, вы же стабильно каждый день же отдаете деньги за машину. Работал, отдал, работал, отдал, работал. По графику каждый день оплачиваете. Когда вы каждый день оплачиваете, у вас появляется привычка откладывания денег. Если вы берете, работаете в такси, у вас нет машины, а вы работаете машина с последующим выкупом, и, соответственно, работая, 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 каждый день отдавая, 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 вы потихонечку рассчитаете с машиной. Вы оплачиваете им ежедневно за таксопарк, оплачиваете, и параллельно накопленные деньги оплачиваете этому, за машину. Машина остается вам. А потом с этой привычкой продолжаете еще поработать год, вы можете купить вторую машину, третью машину. Постепенно у вас появится своя таксопарк. Это займет у вас 3-5 лет. Но у вас появится таксопарк. Продолжайте, не останавливайтесь. Если в дальний момент этим занимаетесь, продолжайте. Не говорите, что я себе не нашел. Если вы сейчас в пенсии, все эти годы вы себя искали зря. Почему? Себе искать не надо. Надо себе в каком-то области, в одном сфере себе надо создавать. Стать кем-то, кем ты можешь стать. Это очень важно.